Всем привет, дорогие мои, с вами Клонова Аня. Продолжаю снимать. Этот ряд уже сняла. Вот, значит, еще коробочки. Рублевый пакетик. Стараюсь удалять, но иногда вот попадает. Смотрите, у нас с вами перевыпуск гигиенических прокладок. Как раз повезло так, что я смогла протестировать ввиду начавшихся женских дней. И могу вам сказать, что они практически ничем не отличаются от предыдущих, что меня порадовало. Да, то есть, видите, такие же легкие, классные, нежненькие, хорошенькие. В принципе, все здорово и классно. Я так понимаю, просто заменилась упаковка. Артикул 112.89. И артикул, скорее всего, упаковка и артикул. Далее, влажные салфетки дезодорирующие. Очень мне нравятся, поэтому взяла 24.69. Так, вот они, значит, еще прокладочки. Они были по акции, поэтому у меня их еще назаказывали. Интересно, самой, насколько бы мне хватило. Так, ночные. Ночных также осталось 7 штук в упаковке. Если тут 10, то тут 7. С артикулом 112.95. Вот, кстати, ночные еще не открывала. Давайте посмотрим. Так, ну, упакованные не так же очень индивидуально. Все тут закрыто, скрыто. Тут проклеено, тут проклеено. Так, ну да, такие же остались. Длинные, большие, клевые. Также все, да? Тут, видите, также вот они такие вот. Это, наверное, перед, а вот это серединка получается. Ну да, в принципе, хорошо. Ну хорошо, что все хорошо. Перевыпуск упаковки произошел успешно. Далее я сняла, получается, нарощенные волосы. У меня такое чувство, что моих стало как будто меньше, как будто они стали ломки и так далее. Поэтому я сейчас активно пользуюсь запасниками, втираю различные эмульсии для от выпадения волос. Потом в пустых баночках вам обязательно покажу. Они мне нравятся, эффект от них есть. Но тут прямо сильно очень посыпались. Я не очень-то прям довольна и очень-то прям расстроена. Дальше, значит, заказала для себя именно маску, бальзам для кожи головы и волос, активатор густоты волос, пару штучек с артикулом 17.36. Да, вот тут способ применения, состав, в принципе, все есть, она мне нравится. И также тут идет комплекс D-Booster, который сопровождает, пробуждает волосяные фолликулы и продлевает фазу активного роста волос. То есть, как бы, приятненько. А, кстати, какой же он, да? Так, он у нас, значит, вот такой красавчик. Густой, приятный, не течет. И у него легкий, свежий такой ароматик, хорошенький такой. Далее обязательно молоктилин. Я приехала, у меня 3 штуки, оказывается, было. Я думала, у меня его нет. Вот, ну ничего страшного. Артикул 709.12. Это крем для лица и тела с очень хорошим содержанием. Оно до такой степени клевое и классное, что это просто, вот знаете, так просто не описать. Тут и макадами, жажаба, бурики, кедры, масляные экстракты, конский каштан, календула, облепиха, гиалуронка, коллоидное серебро, депантенол, мумиё, ионы цинка, меди, витамин Е и F. В общем, он заживляет, помогает даже от насморка, помогает от всего. В общем, много-много-много там чего. Дальше бальзамчики. Это я заказала и себе, и Катюшке. Значит, у меня сила и энергия для ослабленных и склонных к выпадению волосам. Смотрите, я вам сейчас поставлю на стоп. И вот тут ставлю ролик. И вы посмотрите, почему я заказываю и маски, и бальзамы именно от профессионала, именно от специалиста. Ребят, сейчас будет очень полезный лайфхак по поводу волос от специалиста с хорошим стажем. Хороший стаж. Лен, сколько ты? Ну, получается, уже примерно 12 лет. Вот, 12 лет специалист по волосам. С Леной мы знакомы где-то, может быть, года 4 уже, да? 4, да, 4 года. И я вам могу сказать, что да, все ее лайфхаки реально рабочие. Вот, хоть она меня иногда и ругает, что я выбрала блондинку, что это самый дорогой уход, что это жжение волос и так далее, но делает. Делает, ругает, но делает, короче. И я недавно от Лены узнала очень шикарную новость, очень шикарную вещь, то, что я люблю делать маски для волос. Я больше всего делала маски. Сейчас Лена мне снимает волосы нарощенные, будет делать лечение и так далее. Да? То есть вот такой вот процесс. Это вот за месяц у меня волосы так отросли, поэтому кто хочет, чтобы росли быстро ногти, волосы, обязательно пейте омегу, обязательно пейте D3, это как минимум. Кальций К2 тоже нужно пить. Вот, и смотрите, значит, кстати, это все у нас есть Faberlic. Не забывайте, что очень хорошие чистые составы у нас есть. И что хочется сказать. Я когда делала маски, я говорю, Лен, ну вот я делаю маски на постоянной основе, что-то, говорю, я не особо вижу в последнее время результат. Вот, оказалось, что после маски для волос нужно обязательно делать еще и бальзам потом. Вот, и сейчас Лена вам по-умному расскажет, почему. То есть мне хочется принести вам пользу. Я пыталась это рассказать в своих обзорах на YouTube, но люди со мной спорят, и я не понимаю, как им это ответить, потому что я не специалист в этом. Я специалист потому, чтобы научить вывести человека на доход, да, чтобы он деньги зарабатывал. Вот меня этот больше вопрос волнует. Так что, Лен, твой выход. Ага.
Всем здравствуйте. Значит, начнем поэтапно. У нас мы начинаем с чего? С очищения головы. Это первый этап, это шампунь. Шампунь — это щелочь. И зачастую за свой опыт я столкнулась с тем, что люди, я немножко как бы вглубь немножко уйду, чтобы вам было понятно, для чего нужны все эти продукты. Так как я технолог и смотрю на составы, и на составы смотрю как на химический процесс происходящий. У нас выделяется подкожное сало, липидный слой, и нам надо голову промыть, для этого мы используем шампунь. Шампунь — это щелочь. Потом дальше нам надо нейтрализовать эту щелочь. Для этого производитель придумал кислую среду, это бальзам. Когда мы смотрим под микроскопом составы бальзама и маски, соответственно, после шампуня мы используем бальзам для того, чтобы нейтрализовать щелочь. Как Лена говорила, шампунь чешуйки волосяные раскрывает, а бальзам, да, закрывает. Закрывает, да. Он нейтрализует, приводит наш природный pH в 5,5, в нейтральный. И, соответственно, как бы, а гладкость волос — это уже приятный бонус. И, соответственно, люди иногда путают, что после маски тоже гладкий волос, да? Но кутикулярный слой он не закрывает, маска не закрывает, она питает. Молекула маски, она мелкая, она работает внутри волоса, то бишь восполняет, делает мягкими, эластичными дисульфидные связи, которые находятся непосредственно в волосе. А бальзам, у него молекула крупная, она вовнутрь не входит, она усваивается только на кутикулярном слое, за счет чего происходит закрытие кутикулярного слоя чешуйчатого, волос тоже увлажненный, гладкий, блестящий. И зачастую тоже от клиентов слышу, почему после маски волосы не блестят. Потому что у маски нет этой функции, просто-напросто. У маски функция наполнить волос, восполнить его эластичность, сделать волос упругим. Вот. А у бальзама одна только функция – это закислить процесс шампуня и усвоиться на кутикулярном слое, закрыть его. И, соответственно, после маски мы используем обязательно немного бальзама. Когда производитель выпускает... То есть маску я смыла? Смыли, да, тщательно смыли. Волосы должны быть гладкими, но не склизкими. Это, конечно, ну, когда понимаешь, когда много-много-много клиентов помоешь, так сказать, и ты понимаешь разницу между склизкостью и гладкостью. И, соответственно, это тоже очень такая простая истина, что после всех нанесенных средств на голову мы должны тщательно промыть. И только потом наносить следующий этап, допустим. Соответственно, еще очень большая принципиальная разница — использование маски. То бишь, когда мы голову помыли, мы должны выйти с ванны, потому что в ванне большая влажность, и влага не даст усвоиться маске. Это просто будет выкидывание денег на ветер. Мы выходим с ванны, убираем лишнюю влагу с волос, чтобы с волос вода не капала. Уже были такие хорошо просушенные волосы полотенцем. Влажные, не сухие, влажные, но чтобы вода не капала. Соответственно, потом мы наносим маску. На корни ни в коем случае ни маску, ни бальзам мы не наносим. Слушай, а вот есть маски, перебиваю, но вопрос по существу. Да. Есть маски, которые написано, что от корней до кончиков работают. Прямо на упаковке. Ну, значит, это какие-то адаптированные маски. Обычно это которые нацелены на рост волос. Потому что все средства, которые, допустим, шампуни для роста волос, там содержатся активные вещества, но это высокосульфатные шампуни. И производитель выпускает, чтобы, опять же, большие сульфаты закислить, он выпускает бальзам. И он пишет, чтобы мы этот бальзам нанесли от корней до концов. Угу. Вот. И, опять же, хорошо промываем. Вот. Это, конечно, все очень индивидуально, но регламент выполнения самых вот этих процедур, он такой: шампунь и бальзам. Бальзам мы наносим где-то примерно от сантиметров 5 от корней и хорошо промываем. Если мы решили сделать маску, мы голову хорошо помыли, вышли с ванны, промокнули полотенцем, нанесли маску, походили в зависимости от питательной либо увлажняющей. Питательную мы наносим на 30 минут, увлажняющую мы наносим от 10 до 20 минут, в зависимости от производителя, что он там пишет, что он туда положил. Там разные вещества, они усваиваются немножко по-разному. Потом, чтобы хорошо состав проник у нас в волос, мы должны одеть шапочку для душа, создать естественное тепло, походить в нужное время. Я еще люблю такой, как тоже небольшой лайфхак, на шапочку для душа одеть полотенце и прогреть феном. Тем самым это как полноценная салонная процедура, которая будет из разряда вау-эффекта, мы сразу почувствуем, и этот эффект он будет держаться, ну, где-то 3-4 помывки головы. И, соответственно, потом мы это все хорошо смываем и наносим небольшое количество бальзама. Вот.
А когда бальзам смываем, нужно ли еще наносить сыворотку несмываемую? Я это люблю. Опять же, да, что касается блондированных волос, мы тут используем полный комплекс. То, что нам данная линейка предлагает, мы используем полный комплекс. Потому что волос поврежденный, сухой, и мы его питаем без конца. Тоже особенно касается вьющихся волос. Тут это из разряда осветленных, мы тоже питаем их без конца. Потому что чем будет увлажненнее волос, тем будет красивее кудря сама по себе. Тут как бы такой, как сказать, поэтапность нанесения, то бишь шампунь, бальзам, несмываемый уход и потом укладочное средство. Опять же, да, несмываемый уход мы наносим уже на 70% высушенных волос, потому что при процессе, когда у нас будет лишняя влага на волосах, он просто, этот состав, он не усвоится, он как бы с водой не в полной мере усвоится. Угу. Вот, вот такого плана. Как бы, это простые очень истины, но когда мы их соблюдаем, соответственно, мы видим результат. Угу. Вот и все. Я тестила разные, абсолютно разные фирмы. Когда мы используем одну линейку одной и той же фирмы, производитель уже туда все вложил. То, что надо именно для красоты волос. Вот. В общем, кто хочет красивые волосы, длинные волосы, чтобы волосы не выпадали, это очень такой интересный процесс. Я недавно еще разговаривала со своим доктором, спросила, что у меня, почему так волосы быстро растут. Она говорит: Аня, ну ты пьешь витамины. И я могу вам сказать, что где-то полтора года назад я резко располнела до 90 килограмм, и у меня начали выпадывать волосы, неправильно слово сказала. И вот вы понимаете, когда я пришла к своему доктору, к Елене Мартановой, которая меня ведет уже несколько лет, она сказала, что у меня очень сильнейшая инсулинорезистентность, у меня сбой щитовидки, у меня гормоны, и вот этот очень сложный процесс, нужно было налаживать питание, нужно было очень много там всяких разных БАДов пить по регуляции всего. Я пила и эндокринную систему, я пила мелатонин, я пила таурин. В общем, очень много всяких БАДов я там пила. Списки были большие. Я сейчас не вспомню даже название вот этого всего. Но вы сами можете к Лене обратиться. И это Лена Италия. Ну, слушайте, что-то вы, Лена, какие-то страшные женщины. Прям. Я вас боюсь. Столько в ваших головах всего находится. Это просто обалдеть не встать. Какие талантливые Лены. Вот. И знаете, что я вам хочу сказать? Это то, что сейчас, на данный момент, я поняла одно, что волосы – это здоровье изнутри и здоровье снаружи. И даже если нарушение есть эндокринной системы, щитовидной железы, есть нарушение, но если мы пьем омегу и D3, то у нас с вами все хорошо. У нас с вами все хорошо, у нас с вами все замечательно, волосики уже начнут расти. Но волосы могут расти быстро, и те, кто, например, красится в белый цвет или не наносит бальзам, они их будут быстро терять. Потому что потеря волос связана еще и с уходом не только изнутри, но и снаружи. Я, допустим, свои любимые волосики, я их называю иногда пережоночками. Потому что, когда просто помоешь голову шампунем, ну, там, извините меня, веник на башке. Пока ты маску не сделал, пока после маски бальзам не сделал, пока после бальзама на кончике не нанес вот этот уход несмываемый, конечно, сложно что-то из веника сделать волосы, как бы, да, и вообще из веника сделать прическу реально сложно. Если мы с вами пьем омегу и D3, плюс ухаживаем правильно, так как сказала Елена, то волосы будут расти и вообще будут отлично расти, да. То есть вот вы видите, за месяц Лена меня красила, вот месяц волосы отросли. Ногти я тоже показывала в обзоре пустышки Калининграда, да, можете посмотреть, как у меня ногти за месяц отросли. Вот реально то, что я говорю, это реально правда. Это прям доказывает все, да, потому что я хожу только к одному мастеру сетевого сервиса, я не хочу ходить к кому-то другому, она тоже ко мне приходит на дом. Кстати, ее зовут Ирина. Странно, почему не Лена? Да, вот. И тут, конечно, хочется пожелать вам просто красивых, пышных, классных волос. Вот так вот. Так, ну что ж, едем дальше. Значит, сила энергии. Я заказала 98% натуральных ингредиентов с артикулом 8747. Далее я заказала бальзам питания и блеск с артикулом 8748. Он идет для нормальных, лишенных блеска волос. Дальше заказала обязательно сыворотку свою любимую 1897. Но вы знаете, она у меня не прям самая любимая, а я их чередую все-таки. Мне очень нравится сыворотка Blonde Icon. Очень нравятся все сыворотки до единой вообще от эксперта. И вот это вот тоже очень-очень достойная сыворотка. Артикул 1897. Прямо очень нравится. Я с них прям вот поражаюсь их действием. Потому что, знаете, волосы приятные, классные. И даже обесцвеченные волосы с этой сыворотки начинают как-то вот виться, завиваться. Я думаю, боже мой, почему так? Ну, потому что восстанавливает хорошо, волос вспоминает, что он вьется. Значит, восстанавливающий липокрем для сухой кожи лица заказала немножечко
помажусь, потому что после поездки что-то вот я поняла, что надо его мне срочно. Артикул 0581. В поездке я делала и маски, и все, но смена климата, она и в Африке, смена климата. Значит, вот что он делает? Он восстанавливает целостность кожного барьера, нормализует гидролипидный баланс кожи, увлажняет, питает, смягчает и также балансирует микробиом кожи. То есть это идет прям восстанавливающий липокрем для сухой кожи лица. Так, артикул 0581, как-то раз я им пользовалась как VIP-новинка, решила использовать. Я его тогда не особо поняла, но когда я перестала им уже пользоваться, у меня кожа увлажнения еще, может, недели 2-3 не просила. Он действительно прям очень хорошо восстанавливает сухую кожу, очень хорошо. Так, дальше идет крем-концентрат для лица Мезоботокс. 100 лет им не пользовалась, очень нравится. Вот, поэтому начну пользоваться. Он уменьшает морщины, да. Заказываю его уже 5-й или 6-й раз. Повышает упругость, да. Увлажняет, да. Сияние, ну вот не знаю насчет сияния, не знаю. Значит, тут в составе есть как бы такой многофункциональный пептид. Миорелаксант. Это новое слово в антивозрастном пептидном уходе. Это ингредиент проявляет усиленную эффективность в борьбе с появлениями мимических морщин. И также воздействует комплексно к их сокращению. Противодействует процессу старения во всех слоях кожи. Также Новафтем, есть увлажняющие ингредиенты, аллантоин. То есть вот так вот. Как бы мне нравится. И так как это крем-концентрат для лица, я его частенько наношу еще в перемешку с кислородным бальзамом. То есть капельку бальзама, капельку концентрата и вот это вот все на шею, на декольте, на лоб, на щеки, да, то есть от линии роста волос на голове до груди. Вот так вот я все наношу, поэтому его мне не особо надолго хватает, но мне прям нравится с ним проходить. Дальше, мультикорректирующий крем для век 60+, биомиметическая косметика для очень зрелой, увядающей кожи век. Я иногда раз в недельку им пользуюсь сама. Артикул 0768. Под патчи, да, то есть нанесу его и сверху патчи. И прям, знаете, глаза выпрямляются прям на ура. Вот этот вот слишком сильно по возрасту для меня, да, то есть 60+, мне 40, я заказала 60+. Мне ужасно понравилось его действие именно под патчами, поэтому такой вам лайфхак. Дальше. Так, гель для бритья. Антохин 8147. Ему он очень нравится. Прозрачный, клевый, классный гель. Так, поехалите. Сыворотка. Ну, как вы видите, все в поездках израсходовала. Теперь заказываю, да. Сыворотка, активатор для лица, антивозрастной уход 55+, активное омоложение кожи. Тоже пройду после мезоботокса. То есть так, в рядочек себе составлю. Одно закончится, буду брать другое. Артикул 0153. Так, тут мне кофе мешается. Кофе растворимый. Доброе утро. 16.048. Очень нравится. Да, но он идет растворимый. Как бы очень нравится, но растворимый. Не все любят растворимый, кто-то любит варить. Я не люблю сидеть, вот это варить. Мне все вот эти процессы очень как бы не нравятся. Мне лень, по-русски говоря. Так, сыворотка, кислородная мезотерапия. Это тоже как раз таки... Тоже для лица, для любименького. У меня одна такая есть, еще заказала вторую. Такой же вот карандашик. Сюда нажимаете, тут выходит кремчик, который нужно наносить на лицо, на шею. В общем, везде, где есть морщинки и все такое прочее. Очень даже сильный состав, мне очень нравится. Мне вообще Global Oxygen линейка нравится. Прям очень нравится и всегда нравилась. Ну, он активизирует синтез коллагена, повышает тонус кожи, улучшает тон и рельеф, стирает следы стресса, усталости и омолаживает кожу. В принципе, да, классика-классика. 57-94. Дальше. Маска, которая выводит токсины. Вот до того, как вообще эта маска появилась в компании Faberlic, я вам честно скажу, не хватало ее очень, потому что на цвет лица она очень сильно влияет лично для меня. Сначала после маски мне не особо нравится, потому что лицо прям такое бледное, белесое, а потом такое, знаете, розовенькое, приятненькое. 0276 артикул. Это маска, она идет с древесным углем, она полностью черная, ее лучше делать в ванной, дабы нигде ничего дома не замарать. Вот, очень удобная, хорошая, прям добротная такая классная масочка. Так, ага. Это у нас бальзам, интенсивное укрепление. Тоже легкий, классный аромат. Ну, вы, в общем, поняли, да, что я себе назаказывала. Артикул 1899. То есть такая вот красотища. Она укрепляет полотно волос, предупреждает ломкость появления секущихся кончиков, возвращает жизненную силу ослабленным волосам, насыщает питательными веществами и укрепляет волосы от корней до кончиков. Сейчас, на данный момент, я открыла, как приехала, как мне сняли волосы, я открыла шампунь именно вот этой серии. Да, то есть именно этой серии интенсивное укрепление. Вот, дальше... Так, был ли он у нас еще? Бальзам, восстановление и уход. Нет, такого не было. 8750. Ну, они, вы знаете, они все такие вот простые, обычные. Да, видите, слегка течет. У них у всех природные такие хорошенькие ароматы. У всех состав продукта 99-98% натуральных ингредиентов. То есть это
Очень приятно, и запах тоже очень приятный, да, тут вот шиповничек и мед, тут вот получается костер и хмель, да, то есть такие классные очень, такие природные ароматы, которые я, если честно, не совсем люблю, но нравится. Так, гель для бритья 2571, очень мне нравится, очень его похвалю, как раз сегодня им пользовалась. Он защищает кожу от микропорезов во время бритья и оставляет кожу шелковистой и увлажненной. Кстати, да, после этого геля у меня нет ощущения, что нужно быстрее смазать ножки, нету такого ощущения, то есть приятненько. Детская зубная паста пришла 2886, к сожалению, одну тыкнула, я обычно, знаете, что по 5 беру. Так, еще одна маска для кожи головы, активатор роста волос 1736, то есть я прям серьезно взялась, еще витамины для волос заказала, но я их заказала уже, когда приехала, а это заказала, когда ехала, то есть это пришло побыстрее. Так, а вот, кстати, ребят, зубную пасту-то еще я заказала, то уже расстроилась, почему одна. Дальше, сыворотка активатор жизненных сил 0,785, она идет 50+, такая вот небольшая, очень классная сыворотка, там куча различных пептидов, это очень сильная косметика, вот, она борется с признаками старения, активизирует гены долголетия, способствует сокращению вертикальных морщин и гусиных лапок, но у меня пока ничего этого нет, но я все равно это буду делать. Артикул 0,785, после длительной поездки со сменой климата, ну, не нравится как-то мне мое лицо, вот, да, извините, говорят, ныть некрасиво, что скажешь, что притянешь, ну, вот оно мне пока не нравится, я хочу, чтобы нравилось. Так, значит, масочка идет, масочка 0744, это маска кокон, которая имеет атласную текстуру, глиняная, тоже пахнет как глинка, она активизирует процесс регенерации, осветляет, придает кожу тонус, усиливает микроциркуляцию, сужает поры, осветляет, в общем, очень такая классная, причем вот ее на подарок дарить, прям все радуются. Все радуются, потому что такая стеклянная, красивая, дорогая, очень хорошенькая упаковочка. Ну, мне такой маски хватает на два раза, потому что я опять-таки наношу от груди до линии роста волос на лбу. Так, мой любимый гель для душа Пуртужур 8125, ну надо же мне чем-то мыться. Так, далее, кислородный бальзам для всех типов кожи, артикул 5806. Вот как раз с этим 5806 я смешиваю все до единого свои кремы, сыворотки и так далее. Всегда маленькую капельку его капаю. Есть еще его уменьшенная версия, можете заказать. Он там будет подешевле, на него никогда не бывает никаких акций, никаких скидок. Частенько бывает такое, что его нет в наличии. Почему? Потому что он реально ходовой. Что малофтилин, что Global Oxygen. Вот малофтилина 3 недели на складе не было, и у меня он уже начал подходить к концу, потому что где-то Вике укус комара помажем, да, где-то какое-то растяжение у Антона, он сейчас в спортзал начал ходить. И вот это все одно за одним, и как-то смотришь, опять нету. Опять нету. Ну, еще есть у нас была еще мазь с аргинином, поэтому все хорошо. Так, далее омолаживающий крем для шеи и декольте. Я сейчас пользуюсь, получается, гардерикой, кремом для шеи и декольте, а потом перейду на Renovage, а потом просто буду увлажняться. Крем для шеи и декольте тоже с кислородным бальзамом смешиваю, поэтому бальзама у меня должно быть много. Артикул 0783, очень классная штука. Почему? Потому что он не только предотвращает увядание, но он сокращает морщины, эффект видно, но недели через полторы, если каждый день утром и вечером это делать. Да, то есть не купил и что-то не помогает, да, это как у меня подружка средства для похудения накупит, а потом они у нее срок выходит, она их выкидывает. То есть не так худеют, да, то есть не так за собой ухаживают. Так, бальзам растирка пчелиным ядом 1280, очень хорошо снимает напряжение, неприятные ощущения, позвоночник можно помазать, тоже хорошо помогает. Так, дальше, универсальный крем с аргинином, тоже уже начал заканчиваться, 1279. Ну, этот красавчик, я не знаю, сколько раз про него рассказывала, сколько раз люди заказывали, потом мне хорошие очень комментарии пишут, что спасибо за совет. Потому что на такие вот недорогие кремы он стоит меньше 200 рублей, обычно внимание вообще не обращают. Но на самом деле за такие копейки можно получить действительно хорошее качество продукта, если производитель это производит сам, да, то есть и он может не накручивать на продукт. Очень многие сейчас сетевые компании вообще заказывают на каком-то заводе, у них нет собственного производства. И это не улучшает продукт, но удорожает его. А у нас есть собственное производство. О, сегодня делала, половинку уже израсходовала, вот запасник. Это маска для глубокого очищения кожи, она тоже идет глиняная. Мгновенный результат — матовая кожа, маска глубоко очищает кожу, стимулирует обновление клеток даже, улучшает кровоснабжение, обладает антисеборийным эффектом, ухаживает за кожей. Так, с видимыми признаками воспаления, маска предназначена для ухода за жирной и комбинированной кожей. У меня после этой маски ничего не стянуло, у меня точно не жирная и не комбинированная кожа, но у меня вообще ничего не стянуло. Я пришла, я чуть-чуть кислородным бальзамом брызнулась после этой масочки и немножечко, совсем чуть-чуть кремчика нанесла, вообще прямо, даже кожа даже не просила этот кремчик. Понимаете? Вот, дальше, значит, минеральные соли, биодоступные микроэлементы, входящие в состав зеленой глины, прекрасно тонизируют кожу, предотвращают появление морщин. В общем, хороша, да, хороша, поры сужаются,
кожа матовая становится. Мне главное, что она идет для глубокой очистки, чтобы все вот это вот вытянулось. Я когда в поездках, в жаре, еще где-то, я не чищу, не скраблю ни лицо, ничего, потому что я слишком светленькая, чтобы скрабироваться на солнце и потом получать там проблемы с пигментацией, еще что-то. У меня уже вылезло одно предупреждение над губой, что надо, надо. То есть не ай да ладно, а если ты забыла СПФ-ку, вернись, красавица, и намажься. Так, корректор глубоких морщин. Так, это у нас такой вот тоже шприц. Он у меня очень часто в заказах. Так, артикул 3071 тоже наношу на все лицо периодически или перед какими-то важными выступлениями. Что я сейчас имею в виду? Перед сценой. Прежде чем сделать макияж, я его нанесла, и через 15 минут я уже могу наносить, допустим, там базу под макияж, потом тональный крем, потом пудрочку, потом контуринг делать, да, то есть, ну, таким вот образом. Мне нравится, кожа действительно разглаживается очень хорошо. И у него есть достаток, недостаток. В общем, девчонки, которые любят побольше на себя нашлепать, то он скатывается, если очень много. Ну, то есть он сам по себе экономный, он хорошо работает, его не надо толстый слой наносить. Так, далее спрей-дезодорант антиперспирант для мужа 2679, это все мне. Так. Ага, бальзам 3D объем для всех типов волос, способствует увеличению упругости и плотности волос, добавляет волосам эластичность, объем, не утяжеляя их, насыщает питательными веществами, укрепляет волосы от корней до кончиков. Очень нравится цвет, вкус, запах. В общем, все очень нравится. Он реально приятный. Кремчик для тела у меня закончился. Вот я новый заказала, 2608. Ну, то, что по одному, видно, что это мне. То, что будет по 10, там по 20 штук, видно, что это не только мне. Так, значит, 0197 это маска. Очень мне нравится эта маска из морожки. Так, дальше маска для волос ботаника, репейник и крапива. Тоже нравится. Но они маленькие, они идут обе по 150 миллилитров, по-моему, да? Да, это тоже 150, и это тоже 150. 12.61 артикул. Далее, Катюшке интенсивно очищающий шампунь для жирных волос 0.1.91. У него просто есть, я не стала много брать. Я взяла один на всякий случай. Вдруг мне не то показалось, но у нее есть таких два. И один еще от ботаники. То есть вот это, ну, можно сказать, четвертый запасник. Но мне нравится, когда стоит и хлеба не просит. Так, 0.1.94, универсальный бальзам для всех типов волос. Тоже взяла Катюшке, ей нравится помыться сразу же этим бальзамом. В общем, ей нравится и аромат, и все такое прочее. Так, далее. 100 лет не заказывала. Это бальзам, восстанавливающий для поврежденных волос Smart Keratin с технологией Care Store, или как-то вот так, я не умею читать по-английски. Артикул 8261, Smart Keratin вот называется, восстанавливает волосы и так далее. 100 лет не заказывала. То есть он такой вот, видите, гламурненький, розовенький, очень-очень даже приятненький, хорошенький. Так, у Катюши закончился сухой шампунь для темных волос. Заказала ей еще один 2870. Как бы вот, она рыженькая, ей очень хорошо он подходит. Так, гидрофильное масло для очищения кожи лица. Что могу вам про него сказать? Оно мне зашло, оно мне нравится. Только самое главное, все-таки мне не понравилось умывать им глаза. Почему? Потому что я хожу в линзах, и я потом чувствую какой-то такой мини-мини песочек в линзах. То есть он все-таки как-то через закрытые веки проникает, и все-таки что-то там вот делает нехорошее. Поэтому я умываюсь обычными средствами, а вот это наношу как первый слой. Да, то есть нанесла, помассировала, подождала. Действительно, кожа говорит спасибо. Действительно, шикарно. Масло мы наносим на сухую кожу лица. Массажными движениями оставляем на 30 секунд. А потом смываем водой. И он начинает из масла превращаться в такую какую-то беленькую штуку, что ли. Да, такую приятную получается. И смывается. Далее, патча Сеул. Сегодня убрала одну упаковку в пустые баночки. Представляете, круговорот товарооборота в природе. Да? В семье Кононовых. 0916. Классная патча. Патчи большие, что мне нравится. Тут есть комплекс пептида, экстракт хлореллы и экстракт гнезд салангана. Тут и аминокислоты, и плотность обеспечивается. И также идут, смотрите, он содержит большое количество протеинов и незаменимых кислот, а также важных углеводов, жиров, витаминов. В общем, хорошие патчи, действительно, не только, вот, знаете, вот разгладить, да, потом снять их и выкинуть, а именно они стоят своих денег, мне кажется, они даже дороже стоят. Почему я так говорю? Потому что вот эти гидрогельки, да, во-первых, они растворяются в воде, они натуральные. Во-вторых, они как-то вот, если ими пользоваться день за днем, то как-то вот они выпрямляют, 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 и получаются такие глазки, как будто тебе не 35, там, не 45, а именно там 25 глазком. То есть морщинок вообще нету. Они просто стираются абсолютно. Вот, ну, конечно, только у тех, кто, ну, нормально пользуется продукцией. Так, это у нас
Это у нас маска красоты драгоценная, та же самая у Викуськи, спрей для волос. Не знаю, закончился или нет, на всякий случай заказала. Для легкого расчесывания, она не любит расчесываться, но с этим как-то вот меньше возмущается. 28.10. Так, маска анти-йеллоу, 27.12. Я, к сожалению, из Таджикистана пожадничала, привезла две полные закрытые маски, вот это третья. В общем, захламляемся, ребята, ну она идет такая вот, видите, таким вот цветом интересным. Да, масочка. И когда вы ее наносите, ждете 20 минут, сидите в ванной. Ну, можно с волосиками побороться, тело, может быть, помыть по-хорошему, там, поскрабировать. В общем, 20 минут есть что делать. И потом прикольный, классный такой результат получается, прям шикарный. Дальше маска Smart Keratin. Это бальзам, а это маска. То есть после маски обязательно надо чуть-чуть немножко бальзама еще наносить. Совсем чуть-чуть, но обязательно. Так, значит, маска у нас получается 82-48. Смарт-кератин. Так, это у нас получается с маслом Амлы. 160 мл. 18-82. Так, это моя любимая вонючка, как мы смеемся. Потому что она очень яркая и очень мне нравится, как пахнет. 82-12. Это тоже 82-12, ценные масла. Так, а это у нас легкость волоса, как я называю, 18.90. Это она прям глубокий уход обеспечивает, активно питает. Но волосики такие, знаете, хорошенькие такие, клевенькие получаются, шикарненькие. В каком плане? В том плане, что какие-то они такие, знаете, вроде как склизкие, но рассыпчатые, приятные такие, ухоженные. Мне прям нравится вот эта Ultra Power. Она, наверное, больше для блондинок подходит или для тех, кто часто красит голову. Но все, мои дорогие, с вами была Комнова Аня. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду очень-очень рада вашим лайкам, вашим комментариям. Спасибо вам огромное за комментарий к моим прошлым видео. Очень приятно, что вы меня смотрите, комментируете, помогаете. В общем, всем пока-пока, до встречи в новых видео.